Петра Ильича Чайковского знают и уважают во всем мире. Его Щелкунчика и Мышиного короля бесчисленное количество раз ставили на театральных и школьных подмостках. Теперь дошел черед и до Ледовых дворцов. Тренировать мышей и Щелкунчика взялась королева тренерского штаба всей Руси Татьяна Анатольевна Тарасова. Кому, если не ей, известно, как зажигаются настоящие звезды фигурного катания? У нас такого еще не ставили. Ледовый мюзикл для России своего рода инновация. Новогоднюю сказку про Щелкунчика на лед перенесла Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию. Премьера мюзикла объединила любителей и танцев на льду, и музыкальных спектаклей. Именно с двухлетней давности я особенно полюбил фигурное катание, потому что сам понял, что это такое, изнутри, что ли, узнал. Что это за спорт и что это за красота. Мюзикл – это мой самый любимый жанр. И ледовые шоу я люблю меньше, потому что я не умею кататься на коньках, я никогда их не делала. При подготовке Щелкунчика были задействованы колоссальные ресурсы. Декорации воспроизводят в натуральную величину городской квартал, который поднимается над ледовой ареной на 7-метровую высоту. Создатели шоу замахнулись на святое – классическую музыку Чайковского. Специально для шоу оперные партии переделали в 8 песен. Потому что это музыка не вокальная, а инструментальная. И, конечно, петь вокальные партии на музыку великого Петра Ильича Чайковского – это очень сложно, очень непросто, но очень почетно. Все артисты мюзикла – мастера спорта по фигурному катанию. Каждый из них меняет за выступление 10 костюмов. После московской премьеры шоу презентуют в Санкт-Петербурге, а затем ледовый мюзикл отправится в гастрольный тур по Европе и США.